Так, пойдемте. А, вон Сачи галерея вроде. Ага, двери вижу открыты. Ну-ка, пойдемте посмотрим, что у нас там. Ветерочек, да, какой? Ах, прелесть. Смотрите, какой ветер, деревья вовсю, да? Симпатично слоники смотрятся, да, такое стадо? Последний стоит, все идут, а последний стоит. У него все четыре ноги на траве. Так, ну ладно, вот окей, пришли Сачи галерея. Одеваем маску. Это какой-то ужас вообще, эти маски одеваются. Все, пошли смотреть. So, I need to buy ticket to... Or... Yes, you need to buy... It's actually a free ticket, but we're staying also. But we're selling two tickets here as well, please. Uh-huh. Thank you. And you start from here. Start here. Yeah. Okay. Вот, вот мне дали билет.
Так, ну вот, посмотрели. Ну что можно сказать? Я считаю, что там вот чулок, натянутый на деревянный багет размером 15 на 20, это в принципе за гранью гениальности. А и простынь черная, набитая на деревянные рейки. Собственно, вот эти вот две работы, они за гранью гениальности, по моему личному мнению. Мне сказать нечего. Ну, собственно, вот, мы с вами побывали в Саачи галерее. Открытие новой выставки после пандемии. Ну, вот как-то так вкладываются деньги в арт-бизнес. Все, пока-пока. Thank you.